Всех приветствую на своем канале. Всем здравия, успехов. Вон у нас темно, сейчас херачим со светом. Ну так это, шутка, конечно. Завели, надо завести сено и сенаж. Дорога у нас боевая. Сейчас поеду. Самое главное, чтобы голову не оторвало в нем. А так, проедем. Че, выключил? Ага. Все. Покажу. Работы особо нету. Сейчас все, ни сена, ничего не готовим. Буду возить сенаж и пойду заниматься бычком. Ладно, сейчас поедем. Захватим сеновал, остатки сена захватами. И поедем за сенажом. Покажу, как эта боевая дорога будет у нас. Так, вроде проскочили вот таким способом. Вывозим мусор, не знаю, сейчас видно, не видно, но примерно. И сейчас в навоз выкинем и поедем за сенажом. Так, ну сейчас выкинем, покажу. Вот такие у нас куча навоза. А потом весной этот окучим и все перегниет. Распределитель что-то у нас начал мозги парить на нем. Так что вот так. Ладно, поехали. Сейчас сенаж буду брать, покажу. Подъехали к сенажу, сейчас один уберем. Здесь это свежий, октябрьский, а нам пораньше, который июньский, надо взять. Сейчас его уберем и он сзади возьмем. Сломали, то ли не пойму, сама произвольно. Скорее всего, что сломали, когда, блядь, кабину делали. Так, вот этот возьмем, он уже поврежденный был тогда, когда грузили, забирали другие, повредили его. Его в первую очередь надо и забрать. Ну, тяжелый, достаточно тяжелый. Перед поднимает. Ну так домой повезем по одному. Я сараю сейчас завозим.
Сейчас, не знаю, второй раз будем сено брать, нет? Подъезжаем к сену. Татава. Ну не Татава, июльская, то есть была самая зелень, самая жирная. И вот ее косили, вот она за лето становится такая вот темная. Но в середине охренительная. Так что, несмотря на непрезентабельный вид, мы ее оставили себе. Себе, и сейчас повезем домой. Овцы у нас очень довольные. Да, блин. Я же говорю, один этот сломали. Пружина постоянно вверх задирает. Он падает, то есть рычаг сам по себе. Вот и все. Здесь вот Атава у нас попала под дождь, мы ее не скосили. Тут не убрали, вернее. Ну, ничего страшного, думаю. Может, весной закатаем. А это вот остатки овса оставляли охотничкам. Основной скосили, а это осталось маленько. Ладно, едем домой. Ну, в общем, вроде все. Ну, не знаю, может, после обеда еще сено привезу. Сейчас завели этот тутаевский. Хотим отвал зацепить. Да думаю, наверное, рано. Так что пока вроде не буду. Шланг он какой-то оторвал.